невозможно. Если есть что-то в жизни, чем я горжусь Ксенией Владимировной. Вот она у меня сегодня неказистая. 6 детей родила. Но если бы вы знали, как она поет одну песню, ну, это не важно. Поешь? Я шучу. Человек спрашивает, вот есть три дочки. Они, кстати, между собой конкурируют. Как ты справляешься с, вот, с нашими девицами? Простите, я не так хочется, чтобы она была. Не в гневе, но мне ни разу не получилось. А ко мне тяжелое, да? Спортзал не секунду. Все, сзади.